Всем привет! Хочу показать вам свои новые часы. Эта модель особенна тем, что она полностью повторяема. В качестве будильника у нее MP3 проигрыватель. Вот он, собственно, сработал по таймеру. Громкость регулируется отдельной крутилкой. И есть 4 кнопки для управления плеером и настройка часов и будильника. Сделаны они из стали, латуни и дуба и эпоксидной смолы. Все панели отлиты из эпоксидки по сделанной мной мастер-формам. В том числе и ручка громкости. Она является копией ручки от старинного советского прибора неизвестного назначения. И у самого железного корпуса интересная фактура. Чем ржавее и страшнее железяка была изначально, тем интереснее корпус. На задней крышке есть принудительное включение плеера, чтобы просто послушать музычку. И есть еще USB-флешка, на которую вы сами можете закачивать любую музыку. Корпус компактный и тяжеленький. Приятно ощущается в руках. В середине черной панельки есть светящийся глаз. Если он светится, это значит, что будильник включен. Если он погашен, значит, будильник не активен. В общем, эта модель полностью повторяемая. Единственное, что можно менять цвет по желанию, менять дерево и можно менять фактуру металла. Надеюсь, вам понравились эти часы. Думаю, они еще не раз появятся. Всем пока!